В Чебоксарах разыскивают молодого человека, похитившего 8,5 тысяч рублей с банковской карты. В апреле этого года житель Чебоксар потерял свою кредитную карточку вместе с конвертом, на котором был указан пин-код. Пропажу мужчина обнаружил не сразу и заблокировал ее только на следующий день. Позже стало известно, что с карты исчезло 8,5 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили, что к хищению денежных средств может быть причастен молодой человек, которого запечатлела камера видеонаблюдения. Если вы располагаете информацией о личности или его местонахождении, просьба сообщить по телефонам 242-052. И 8-909-333-88 или обратиться в отдел полиции. МВД напоминает, хранить банковские карты вместе с пин-кодами не рекомендуется. Не стоит также размещать эти данные и на самой карте.